Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной тест, очередной мега МБ, на которую, блядь, я убил целый час, чтобы вырвать чару. Целый час. Я потратил 600 или 700 коробок смены чар, чтобы вытащить священный суд. Я просто в шоке. IGG. То ли это так повезло нереально, то ли это не повезло. Выпало 5 суперсил, но... Священный суд выпал только один 5-го левела. Суперсил, куча всего, куча разной хрени было. Но очень много чарок я не увидел. В основном падают пиромаги, такое себе. Ну, то есть все самые галимые. Но это просто писец. Новые чары даже падали. Но священный суд вытащить, это такая проблема оказалась. Я думал, что у меня тут вот этих 49 тысяч коробок, там 50 было почти, потому что я уже не могу открывать дальше сундуки. Это реально будет дохрена всего. Хрен там. Почти 600-700 у нас ушло для того, чтобы просто тупо вытащить какую-то несчастную суперсилу. Ну, я не знаю. И уже мы дрюхи, по-моему, тогда были роллеры, тоже хреново было. Но это просто печаль. Реально печаль, если такие шансы они побиндили. Ну, не знаю, в общем, напишите, у кого такая же хрень, кто пытался что-то открывать. Я как бы зачастую не открываю, я все просто священные суды посливал уже на тесты, на героя. И надо коробки эти открывать, потому что некуда их просто девать. Обряд даже упал, там еще что-то, но обряд можно сейчас даже купить в этом, а суперсилу нифига, просто тупо западло какое-то. В общем, решил я сделать, ну не то чтобы очередную импу, героя, который будет в связке работать с другими героями, я надеюсь, удачно. Я вам ее тоже сегодня позже покажу. Что за связочка, вы узнаете, в принципе, думаю, многие и так знают, кто следит за видосами на канале. А сейчас мы с вами будем... Что-то у меня так... Что-то так вебка низко. А сейчас мы с вами будем тестировать такого вот гаргула. Сборка непростая, 10-я СО, священный огонь, в принципе, классная тема для фарма. Этот герой в основном сейчас для фарма используется, многие не используют, я тоже его в принципе не использую нигде. Огонь у нас стоит эмблемой 10-й и священный суд. Герой не собран на уклонение, поэтому я для первого теста поставил сюда супер пэта с уклонением, чтобы у нас было побольше уклона. И в итоге у нас получилось около 10к уклонения, точности 5000, ну, крит дама, крит резисты, это все такое, что дополнительно мы получаем с повышением прорыва. Итак, что этот герой может? Поехали посмотрим. Поехали посмотрим вообще, живет он, не живет, как он себя вообще будет показывать. Плюсы. Он не боится стана. Минуса, он медленный, недомогание, как видите, срабатывает, блокировать тоже можно. Но отхил, как видите, довольно-таки неплохо у него. Но по 239к, извините меня, выдавать такой урон, это, конечно, только Зефир может. То есть против Зефира, как видите, он один соло не актуален. Также у него можно забирать энергию, в принципе, тоже будет печалька. А вот интересно посмотреть, что сможет ему сделать Фрея. А Фрея его не убивает, ребят, вот так вот. На Фрея он может свободно зависнуть. Можно даже на битве гильдии использовать, у кого там есть герои поодиночно вот так вот стоят. Не ставите смотра, чтобы он не активировался у противника часто. И не заряжал других героев. И все гуд. Вы не будете заряжать. Вот так вот на Фрея. Просто зависает. И 30-я Фрея. 13-й скилл она ему нихрена. Она помимо того, что миссает. Но она по нему немножко попадает. Но у него отхил. Я так смотрел предварительно. 350к где-то должен быть. То есть это, собственно, его отхил. Ну тут, конечно, нас еще и суперпад сейчас хилит. Дополнительно.
Ну, вполне очень даже ничего. То есть зависать свободно на вражеской Фрейе можно, даже не бояться, что его собьют. Конечно, он максимальной прокачки, но он без уклонений, ребят. То есть уклонений здесь нет. Он собран чисто на атаку, потому что выпала атака, я прокачал атаку. И, в принципе, не жалею. Были бы уклоны, прокачал бы уклоны, но уклоны по 2 падают очень редко. У меня только единственный герой со всего, что я ролил. Я давно уже забил на это все. Но, как видите, Фрейя его слить не может. Фрейя тихонько себе в сторонке стоит и ничего сделать не может. Ну и понятно, он тоже Фрейю не убьет. За счет своего умения 14 не качал, там бессмысленно. 65 еще дополнительно понижение, то есть... довольно-таки неплохо. Давайте сейчас с вами попробуем уберем суперпэта. Это уберет полностью весь наш, все наше уклонение. Поставим просто вот так вот. Я хочу сейчас найти, попробовать похожую расту. Вот есть тоже Фрейя. Попробовать, как будет без уклонения. Но здесь, здесь есть стрелок. Ну вот сейчас вы увидите, сейчас стрелок просто не даст зарядиться, скорее всего. Нет, включился. Но... недомогание, молчанка и все. И отхил ваш до одного места. То есть соло этот герой на сегодня уже не настолько будет актуален. Но побегать, прокачать его, в принципе, можно. Такс. Сейчас попробую еще кого-то такого выцепить. Одиночные цели, потому что против толпы, ну так, а ну-ка попробуем, тут у нас ворожей, землеройка. Ну вот видите, вроде его так сильно и не бьют, вот молчанка проходит и все, и вы ничего не сделаете. То есть он боится молчанки. Был бы у него иммунитет еще к молчанию, это бы реально был очень крутой герой, и я думаю, многие бы сегодня тоже пользовались. Но для этого есть, в принципе, я думаю, большинство ворожей, которые снимают негативные эффекты. Да, и другие герои есть, которые тоже это делают. Так, сейчас попробуем найти с вами кого-то, на ком можно зависнуть. Можно попробовать пойти. Блин, я не знаю, сможем или нет. Сейчас посмотрим. Фрейя соло выбежит или нет. Надо было, наверное, чуть-чуть выше кидать. У нас есть смотр, вот это единственный минус. Сейчас мы зарядим всех. То есть, если такой вариант брать на битву гильдии такого героя, смотрите, он даже не включается. Не понял. Вообще не понял прикола. Юниты бьют. Что за фигня? Просто тупо слился, это как? А, блин, Фоба, я думаю, что за фигня? Вот вам еще один минус, у нас же Фоба бьет автопроком и снимает всю энергию. Вот вам, пожалуйста, то есть старенький герой, который вроде бы и в топовой сборке, но минуса, забор энергии и молчанка просто перечеркивают его, он нифига сделать не может. Но это здесь. Это пока здесь. Сейчас мы с вами просто найдем, посмотрим расту, и потом я вам покажу уже его в деле в топ-пачке. Думаю, будет интересная тема, и завтра я ее попробую использовать на атаке фортов. К сожалению, видите, тут ничего не сделаешь. Когда есть молчание, есть недомогание... Наверное, 90% героев в максимальных прокачках ничего не могут сделать. Единственный вариант – это максимум уклона. Это при том, что у противника не будет... Вот отлично. Это при том, что у противника не будет... А, тут стрелок, у нас опять то же самое херня. Ну, бессмысленно даже. Даже смысла нету, потому что ну, это не универсально получается герой, как другие на максимальных прокачках. Ой,
единственный вариант, где его можно еще, я не знаю просто, вот, кто его еще использует. Я думаю, многие без доната используют, у кого тем более нету ворожая. Это хорошая альтернатива, но где-то его... Так, Космо, ну тут вроде можно попробовать. Вот опять, видите, молчанка проходит. Сейчас, если он включится, хотя бы посмотреть. Но убивает его довольно-таки долго. Вот, смотрите, он включился. Но отхила немного. 217, или это мне кажется? Да, всего лишь 200 или 21 тысяча. Да, это 21к. Ну, маловато. Ну, держится. По крайней мере, 30-я Фрея его слить не может. Это уже радует. То есть он не пробивается просто так. За счет того, что он себя хилит, за счет дефа, в принципе, где-то можно будет с ним поиграться еще. Думаю, где-то он пригодится. Я его еще не слил. Но соло, как видите, вот молчание, недомогание, смотр. Он, в принципе, должен зашатать всю базу. Сто процентов сделал на Фрейе, причем, ребят, это вам не это, это он без уклонений. То есть этот герой, если был бы он с уклоном, в принципе, он бы стоял бы намного круче. А так нету уклонения, как видите, это уже на сегодня не герой. То есть как бы ты хотел, не хотел. Так, тут у нас Фоба. Вот видите, что Фоба делает, не дает набирать энергию, он не может включиться. Он ничего сделать соло, к сожалению, не может. Если пойти через Зефира, но Зефир все равно больше дамага наносит. Попробуем как вариант. Ну, я думаю, тут не вариант. Хотя, странно, что я там видел 250, тут 217. Ну... Против Зефира вот такого вот, который 74 пробивает, он тащит. Смотрите, он даже держится неплохо. Нифига себе, вот это он меня радует. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай тащи. Что я могу вам сказать? Тащит? Урон, по крайней мере, держит. Хоть и Зефир пробивает сквозь нашу всю броню, 60% он сделал. Ну, в принципе, уже неплохо. То есть будет какой-то с него толк. Где-то его использовать на PvP локациях, ну, я не знаю. Наверное, на сегодня это тоже бессмысленно. Но если в пачке, смотря какой у вас топ, ну, я, допустим, не использую из-за чего? Из-за того, что он не настолько универсален уже, к сожалению, как это было раньше. Но... в большинстве случаев он, в принципе, будет спасать, если он у вас включится. Если на нем будет молчанка и прочее, его будут, к сожалению, сливать. Ну, смотрите, он рвется в бой. Не, бро, тебя тут могут разобрать. Плюс это его зональная атака, как видите, он вокруг. Радиус, в принципе, довольно-таки неплохой. Но даже 10-я огненка нас от Зефира, к сожалению, не спасает. Вот так вот. Но остальных героев он урон держит. В общем, вот такая вот, ребятушки, героиня, хотела сказать. Вот такой вот герой. Посмотрим, что будет дальше. Я надеюсь, он себя оправдает. Ждите следующий интересный видос, где я буду делать неплохой тест. И мы уже увидим, какой будет от этого героя толк. Ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписан. Всем удачи, всем пока.